Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать видео, которое называется «Готовим с Лорночкой». Вы думаете, наверное, почему не с Клео? К сожалению, а может и нет, Клео вызвали в школу, так как она там, я не знаю, что сделала, вроде чью-то тетрадку, что ли, порвала. Я не знаю. Ну, не пропадать же, можно сказать, добру. Видео не пропадать же, да? Поэтому я снимаю видео «Готовим с Лорной». И у меня будет помощница. Фрэнки, иди сюда. Вообще-то я занята. Ну, она будет кому-то давать пирожные, которые я приготовлю. Как я маленькая девочка, мне не разрешают брать продукты. Поэтому я беру пластилин, пену для... беру это, как, не знаю, как это называется. Это... Сейчас вспомню. А, вспомнила. Это называется что-то типа взбитых сливок. Но что-то другое. Короче, я... А, порошок. Порошок такой. Я беру порошочек такой в бутылке. Я сделаю кое-что с ним странное. Я его возьму. На пластилин налью, заморожу в холодильнике. Получится что-то типа глазури. А украшение будет у меня, наверное... Я вам потом по секрету скажу, что будет украшение. Никому не говорите. А пока мини... Потому что сейчас 7 утра, я вам не вру. Другие не пошли в школу. Я вам покажу, что кто делает. Фрэнки читает книгу. Опять-то с видео. Клоудин учится в ноутбуке. О, ты кому-то смс-очку пишешь. Лорна, я тебе разрешала разве брать мою камеру? Вообще, все, хватит! Хватит, я тут, блин! Хватит! Блин, Клоудин! Я сказала... Ладно. Еле от нее убежали. Короче, даю вам совет. Если вы никого не предупреждаете, лучше не показываться. Ладно, сейчас пойду, девочка. Ага, да он такой милый. Он чего тебе, а? Опять ты пришла, Лорна. А, Лорна? А, я-то думала, Клео. Да, Лорна, обычно Клео всегда снимает свои дурацкие видео. Чего я снимаю? Готовим с Лорной видео. Ты его так и назовешь? Да. Кстати, девчонки, вы не помните, как это порошок называется? В смысле порошок? Ну, такой жидкий. А зачем тебе? Ты что, его взяла? Я его недавно купила. Так, выключи камеру, во-первых. Выключи ее, выключи. Выключи, нет, выключу. Ну, опять-то мне удалось всякие вещи спросить. Ну, ничего, будем готовить. Во-первых, из вот этого комочка надо нам слепить конус. Так, конус готов. Теперь давайте, ребятки, постараемся это украсить вот этим чудесным штукой, короче. Сейчас. Так, все. Ой. Готовым, смотрите. Выглядит аппетитно. На самом деле не очень. Честно говоря, меня вечно наказывают. Я вот им покажу, блин, наказывают меня. Вот я им дам этот кекс попробовать. Меня обычно наказывают Клоудин и Венера. Почему, я не знаю. Другие девчонки ушли. Зато Фрэнки кому-то даст это попробовать. Так, ну давайте продолжать. Нам надо это украсить сигаретным средством. Только я у Клео взяла ее лак. Ну, у нее просто этот лак, блин, лежит, и она его даже не использует. Ну, правильно же, надо его использовать. Так, берем аккуратно, откроем крышечку. О, Оля. Крышечка открыта, и теперь маленькими движениями наносим.
Так, ребятки, ну вот, осталось только лак. Ой, упал. Он не разбился? Нет, это хорошо, а то бы я получила. Так, ну ладно, давайте аккуратно его закроем, чтобы не засыхал. И уберем его, а то мне от Клео достанется потом. Так, ну вот у нас получилось пирожное, осталось его упаковать. К сожалению, у меня не было никакой красивой упаковки, я оторвала кусок этой. Как его называют? Ну, вот куда сморкаться, такая бумажка. Вот я ее оторвала, обмотай и будет вкуснятина. А может и нет. Ну, не мне же это есть. Вот и кексик. Теперь надо подозвать Фрэнки, который принесет кому-то этот кексик. Фрэнки! О, боже мой! Что тебе опять надо? Ай! Прости. Так, ну что тебе надо? Вставай. Это... Ай! Не падай. Так, скажи, если это не важно, то я тебе током дам. Отнеси кому-нибудь это пирожное. Хорошо. Дай кому-нибудь это попробовать, честно говоря, я не знаю, какой будет эффект. На, Клоудин, скушай это пирожное. О, так мило, это мне? Да. А от кого? От Лорны. Ну что ж, попробуем. Пирожное, в принципе, вкусное. Да. Что? Со мной что-то не так? Нет, тебе лучше больше не есть пирожное. Почему? Ты как-то странно выглядишь. В смысле? Немедленно неси мне зеркало. Ну, если вы видите такую ситуацию, надо брать ваш кексик. Аккуратно брать его. Положить в мой тайничок. Ну, вам уже кое-кто показывал. Просто положить съедобно, несъедобно. И бежать, ребята, пока нас не отыскали. И принеси зеркальце, а потом быстро смыться. Что ты со мной сделала? Ну так, смотри, Клоудин, в принципе, ты нормально выглядишь. Да. Мое прекрасное лицо! А, что ты с ним сделала? Что? Что со мной? Я покрылась какими-то прыщиками. Ладно, я тебе запрещаю готовить! Пас, пас, всем пас. Так, так, так. Все, надо уходить, так. Ладно, и всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И не забудьте задавать вопросы. Потом мы обязательно на них ответим. Всем пока! Пока-пока! Лорна! А, что-то... Ладно, пока-пока всем, ребята.